Абар депутат Шереманий ай азакван яхабля кара джиба зырбез дерге депутат шиги ферави вор хаска джиба зыбез чуши хуругуала текст нкаб ва нкара хадейна пацвейна сабхер ринзых тома закон республики Абхазия о внесении изменений в закон Республики Абхазия о гражданстве Республики Абхазия. Статья 1. Внести в закон Республики Абхазия о гражданстве Республики Абхазия от 8 ноября 2005 года номер 1168С14 сборник законодательных актов Республики Абхазия 2006 года номер 25 статья 3. Следующие изменения. Первое. Пункт Б части 1 статьи 5 изложить в статье 5 изложить в следующей редакции. Б. Лица, постоянно проживавшие на территории Республики Абхазия не менее 5 лет на момент принятия акта государственной независимости Республики Абхазия от 12 октября 1999 года и не имеющие гражданства иностранного государства, кроме гражданства Российской Федерации, за исключением лиц, которые антиконституционными методами выступают в скобках выступали за изменение суверенного статуса Республики Абхазия, либо за насильственное изменение основ конституционного строя Республики Абхазия, либо антиконституционными методами боролись против существующего государственного строя или связаны с террористической деятельностью. Второе. Статью 17 дополнить частью 2 следующего содержания. Наличие у гражданина Республики Абхазия гражданства иностранного государства, приобретенного с нарушением положений настоящего закона, влечет за собой прекращение гражданства Республики Абхазия. Статья 2. Действие настоящего закона распространяется на правоотношения, возникшие с момента вступления в силу закона Республики Абхазия о гражданстве Республики Абхазия от 8 ноября 2005 года номер 1168С14, принят Народным собранием парламентом Республики Абхазия 18 сентября 2013 года, президент Республики Абхазия Анкпаб Александр Золотинскович, город Сухум, 18 сентября 2013 года, номер, ну я правильно читаю, 3392С5. Все. Спасибо.